Здравствуйте, господа. Здравствуйте. А что вы здесь делаете? А что вы меня снимаете? А что? В чем проблема? У меня вопрос к вам совершенно нормальный. Что вы здесь делаете? Что это такое? Ограждение. А? Ограждение. Ограждение. Документы покажите там на ограждение. Документы из управы. А? Из управы документы. Ну тогда заканчивайте работу и зовите хозяев своих из управы. Пусть они показывают вам, нам, вернее, документы. Подожди, сейчас покажу. Давай, давай. Что ты меня снимаешь? Я также пошел спросить. Ага. Ну на всякий случай. Ну, значит, вы на всякий случай. Значит, на раны, что ли? С кем разговариваешь? О чем? С нами. О чем? А что, мы не люди? Не, о чем с вами? Мы вас спрашиваем, кто вас заставил, документ какие разрешительные. А я здесь при чем? Я же вам объясняю. Я также пришел спросить. А вы тоже пришли спросить? А вы тоже просто так? Гимнастика. А, мы думали, а вот не надо говорить. Спрашивать надо, когда фотографировать. Мы спрашивали. Вот фотоаппарат могу на голову натянуть. Да ладно. Да ладно. Нет, ты пока останавливай. Пока документов не будет, вы работать дальше не будете. Если будете продолжать, сейчас вызовем ментов. Вообще просто строить ничего нельзя. Мне церковь не мешает. Я мусульманин, мне не мешает. Мне тоже не мешает церковь, но здесь строить ничего нельзя. Провал, у нас... Если он облагородит эту территорию, я только рад. Потому что здесь одни лужи и все остальное. Он не облагородит. У них, во-первых, разрешительных документов. У них разрешение только на ограждение. Они получат. Но в данный момент у них нет. Ну, того и, тоже не было. И у нас да, управа, управа им потакает. Управа, мы пошли сфотографировать, они у нас вырвали. У них нет разрешительных документов. Вы не понимаете, что мы бесполезно делаем? Вот где каток есть, скоро там добудется. Это я вам по секрету. Продали все. О чем зашли? Ждем документов. А, без документов? Как всегда. Да как так-то? Документы, а вы что, от Артура ушли? Без а что у вас за организация, скажите мне, пожалуйста. Документы принесут. Ну, железь игра будет. Паспорт с собой носите? Носите. Да, документы есть. Тоже надо носить. От Артура ушли, да? Так, ну а у вас-то задача какая? Огородите забором с двух сторон, да? Нет. И с той, и с этой, да? Нет, только здесь. Только. Здесь 50 метров. Тут 40, 50 метров. Не поняла, говори громче. Вот здесь 50 метров. Да. Тут, короче, там 50 метров. Пешеход. Да. Но там тоже вот. А и это что, и тут будет огорожен? Ну там, короче, оттуда до этого. Вот здесь тоже забор будет? Да. Гашка. И здесь забор будет. А для чего, не сказали? Гаражи да. Сносить будут. Ну, наверное, для этой. Для этого вот так вредит, чтобы оттуда через... Туда, угу. Чтобы это на дороге, чтобы не бросить. В общем, сейчас они нам наворочают, что конечно, нам не встать, не сесть будет. Итак, все. Тут забрали. У нас там... управа утром пришел. Кто пришел так, из управы? Охотина. Женщина? Да, нет, мужчина. Мужчина? Документ принес. Мужчина как выглядел? Как он выглядел, мужчина? Не, как он выглядел, мужчина? Молодой, старый. Хачатряна, знаете? Молодой были, молодой. Хачатряна, знаете? Сергей Робинович, знаете? А пришел куда к вам? Пришел так, мне принес показать. А куда принес к вам? А? Куда он пришел к вам? Утром пришел. Куда пришел-то? Сюда пришел. И а вы где были? И тот в сторону, вот там был. Я вижу, там уже забор сделан. Не, а вам кто задание вообще изначально дал? Вы вот, кто вам поручил делать здесь забор? Управа скажу. Управа сказала? А кто из управы приходил? Имя не знаю. А что никто такие, чтобы здесь строить или ломать? Да. Нам скажут, мы не делаем. Нет, ну так мы просто вас спрашиваем, кто приходил из управы, дал вам указание. У вас много есть... Много вопросов задавайте. Да. Ну так я почему много-то? Потому что вы незаконно здесь что-то уже делаете. У вас нет документов. Не огорожена территория. Нет стенда. Поэтому мы и задаем эти вопросы. Мы здесь живем. А вы зависите от этих людей, которые незаконно что-то проворачивают. Вы тоже пострадавшие лица в этой ситуации. Да. Но мы-то больше страдаем, потому что мы здесь живем, и вот нас это вообще не устраивает. Вы, получается, ну, такой инструмент, да? Это незаконных действий власти. Нас это не устраивает, все. Поэтому на нас тоже не злитесь. Мы в своем праве. Вы исполнители. Я как хочу вас спросить, просто кто вам поручил это задание? Не знаю. То есть у вас есть начальник, да, какой-то? Да.
Он вам сказал, ребята, идите делайте туда. То есть вы не знаете, кто вам, чего сюда. Вам сказал ваш начальник, да? Им сказал Артур. А как он вам платить будет? Вы как зарплату получаете? Да, им вот они-то площадку вот построили, стоянку рядом с детской площадкой вот на Тарусском. Мы 3 дня ходили, притащили Гришину, Осина алкоголика и Николаева. И начали рот разевать. Вначале мы полиции вызвали, все остановили, все. Ну им что, им приказали, они все забрали, у бульдозера уехали, им он ни зарплат, ничего не платит. Все равно их заставили сделать. Ну, точно так же вам скажут, идите убивайте, вы тоже пойдете убивать, что ли? Нет, наверное. Тогда сказали, привезу документы. Вы бы сначала нас спросили бы, что происходит. Сначала нас надо спросить. Мы вызывали, а не он. Подходите, подходите. Хорошо. Здрасте. Вот господа делают какие-то работы, у них нет документов на работу, они не могут ничего предоставить. Сейчас полная судья сказал. А? Я сказал, сейчас полная судья. Недавно вы говорили, что принесут завтра. Я сказал, завтра, сказали, это сегодня. Сегодня? Ну так да, где документы? Нет документов, нет работы. Ну, стоим, ждем. Стоим, ждем. Сколько ждать еще? Мы можем до утра стоять, нам все равно. Стоите, если вам удобно, стоите до утра. Значит, вы как сотрудники полиции, вы должны пресечь данное деяние, потому что нет документов, нет работы. Незаконные. Разбирайтесь, пожалуйста. Давайте что-то сделаем уже. Заранее установлено. Информирующие, что за организация, какие работы производят, какой период работ, телефон. Должно быть ограждено. С чем связано? Ограждение должно быть. Вообще ничего нет.